Итак, друзья, всем привет. Вот чуть-чуть небольшой обзорчик вот такого вот мотоблочка Carver. Мотоблок у нас вот такой вот модели, ребята, четырехтактник, 7 лошадей, короче. Редуктор российский, все как надо. Колеса у нас вот такие вот. Вот. Ну, короче, суть в чем, ребятишки. Отъездил я на нем 5 часов, как полагается. Угу. А вот еще этот колокольчик, говорю, катафотик установил белый спереди. Ага, отъездил я на нем, получается, 5 часов. Вот 2 дня подряд я ездил, короче, дрова возил. В одну сторону 6300 и в другую, короче, 6300. Получается... Так, 12600. Вот два раза съездил. 24, 25, 200 я на нем наездил. 25 километров, 200 метров. Вот. Вот такие вот, друзья, дела. Ну и, короче, 5 часов я съездил на нем. И мне положено по техническим характеристикам менять масло. Вот. Вот такое вот масло, короче, я залил, штилевское. Вот, видите, на нем написано 600 миллилитров. 600 миллилитров. Здесь, короче, где-то почти 350. Видите? Суть в чем? Она была полная, эта канистрочка. Я ее залил. Слил с картера вот в эту вот баночку. Масло. Ладно, слил. Ну, думаю, сейчас посмотрю, сколько у меня там было масла-то в картере. Перелил, а у меня 350 миллилитров. А то-то я еще и думаю. Я еду, короче... Он чуть-чуть наклонится на левую сторону и вниз маленечко вот так. Вот так наклонится, допустим. И все, короче, он у меня глохнет. Что за херня, я думаю. Ну вот. Я думаю, что это из-за масла. Я книжечку прочитал, короче, там написано. А здесь вот видите, вот такая вот схемка нарисована. Здесь должно быть вот масло по уровень, получается, резьбы. Вот этой вот. Вот, смотрите, вот. Пробочка у нас заправочная. Масло в картер заливай. Сейчас, смотрите, откручиваю. И 600 миллилитров вот тут залито. И оно вот, вот тут вот маслица. Как бы достает. Ну, маленечко еще надо было бы долить сюда. Грамм 50. Я думаю, было бы самые чики-пуки, как вот по вот этой вот картиночке, друзья. Так что вот такие вот, друзья. Fisherman Hunter даже не знает, что и как это. Будет он сейчас глохнуть или не будет. Ну и вред пришел ему или нет. Из-за того, что там 350 миллилитров всего было. Да даже пускай будет 450 миллилитров, грубо говоря, я сожрал. Ну вот. Как-то так, короче. Еще какие вот замечания есть. Под вот этого сальника, короче, из-под шкива. Уже начинает маленечко масло выхлестывать. Выливается маленько маслица. Как бы... вот. За сколько я сказал? За 26 600. Ой. Так, 6300, 12600, 24. Так, подождите, 12600, 24 25 200 25 километров 200 метров. Вот видите, ремешок маленечко подъело уже. Подъело ремень, вот видите. Вот. Подъела ремень. Ну это я думаю, что вообще нормально, как бы. С ремнем, как бы чики-пуки. Ну ладно, все. А еще вот такое вот, смотрите. За вот эти вот километры я уже, короче, подхавал резину. Видите? Прям вот хорошо подхавалась она. Вот, тут подхавалась. Подхавалась, как бы. Классно. Ну ладно. Всем удачи, всем пока. Кто не подписался, тут подписывайтесь. Все, давайте, короче. Чао, бомбито. Друзья, Вито. Ну еще, друзья, хотелось бы мне сказать вот еще такой вот. Короче, купил я 5 литров бензина. 5 литров бензина 92-го. И вот за вот эти 2 дня, за 25 километров, 200 метров, я на нем скатал 4 литра, ну 4300 где-то, грубо говоря. Вот. Примерно вот так. 4 литра на 25 километров это... Вообще классно. По кубометру дров, как бы, я на нем вез. Вот. Прицеп у меня 500 килограммовый, но я в него, короче, грузил так, что кубометр влазил. Вот. Дрова, правда, это
как сказать-то, сушняк, сушнячок. Ну, дровишки такие вот. Сейчас пока. Ну вот, короче, 1.10 м высотой. И здесь получается 1.45 м ширина. Вот такая вот. Ну и по 3 чурки, грубо говоря, с каждого долготья делать. Вот получается 4 метра у меня поленится. 4 метра. А, 4 метра ровно получается у меня с вот этих вот. Если распилить их пополам, будет 4 метра ровно, друзья. И 1.10 м высотой выложено. Ну, как бы я считаю, что нормально все. На мотоблоке потрачено, короче, грубо говоря, ну, пускай литров 5 я бензина сжег, грубо говоря. 5 литров бензина это 210 рублей. Ну, и пускай вот эту банку масла залил. Но это после обкатки, как всегда, надо было бы заменять после 5 часов работы. Вот все. Ну и в дружбе я потратил полбачка бензина. Все. Вот тебе и 5 литров бензина ушло, и все. Ну и 6 часов из всего про всего. 3 часа. Час туда, час обратно за это время. И плюс, короче, получается час заготовки. Грубо говоря, с укладкой.